И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Уж поехали. Так, здесь вот мне что-то вот не нравится. Что вот этот вот никак не может не быть не собранным. Никак не убраться. Значит, придется вот эти вот убрать. И поставить здесь дорогу. Не дотягивается туда просто-напросто. Так, ну это придется срезать. Хуже не хочешь, а надо. Аж вот так вот прямо. И максималочку втюхать им. Пускай работают. Покажу поближе бобриков, насколько это вообще возможно. О, собирает цветочек. Вот так прям. Максимально, насколько это можно приблизить. Взял ящичек и понес на склад. Тёп-тёп-тёп-тёп-тёп. Тут где-то большой склад есть, вот он. Где-то тут. Вот он. Зашел и обратно побежал. Все. Так, это они еще не делали. Терраса на крыше. Процессе. О, ягодки убрали, красавчики. Я даже не успел, как говорится, опомниться, а уже все и случилось. О, теперь что достаете? Вот теперь достают, значит, ребятки, срочненько. А ты не достаешь, а ты не достаешь. Ну, не достаешь, так не достаешь. У нас картошки вообще, по-моему, ни одной нет. Вот здесь я как раз три кустика картошки посажу. Так, ну что ж, увеличиваем скорость. На максималочку, так сказать. Так, и картошечка. Пускай потихонечку копится. Понятное дело, что три куста не особо. Но мы пока с ней ничего делать не будем. Дома строятся. Мест для жилья очень много. Детей тоже уже много. И сколько у нас? 38 бобров. Ну, мегаполис растет. Если можно так выразиться. Мегаполис. Как-то надо придумать. Как-то надо. Ладно, что-то придумаем. Так, дома строятся. Ой-ой-ой, а что там у нас? А тут у нас ничего. Так, вот, деревце вижу есть, которое надо убрать. Точнее говоря, не деревце, а пенечек. Ага, вот еще один пенечек. Так, что у нас тут? Желуди кто-то собирает? Собирает, молодец. Деревьев у нас тоже предостаточно. В принципе. Дорога есть. Растения убрали. Замечательно. Так, весь вопрос, как мне теперь добраться до железа? Вот. Никак пока. Пока я туда не проведу. Вот здесь вот туннель, пока я не пророю. Не пропущу сюда воду, чтобы у нас тут была и еда, и вода. Инфраструктуру, так сказать, создать. Ничего не получится. Захватывает тут или нет? Ну, наверное, да, потому что иначе бы они не садили бы. Или мне кажется, или все-таки домиков недостаточно, они не справляются с постройкой все это. Тогда ничего страшного, мы делаем по-другому. Берем вот эти вот. Раз, два. Ставим еще один домик. Ну вот так вот, лицом туда. Так, вот он, фермерский домик. Ты у нас куда смотришь? Как раз туда, куда надо. В смысле пик? В смысле нельзя?
Это как это нельзя? Подожди, ты что-то, по-моему, не то сделал. Конечно, не то сделал. Вася. Я снеслася. Вот сюда ее воткни. Вот. А то я смотрю, что-то пошло не так. Во. Молодцы. Огурцы. Они это все будут постепенно строить. У них все в очереди порядки. То есть в каком строишь, в таком они. Если надо какое-то что-то быстро построить, выбираешь приоритет. Так, склад огромнейший заполнился. Ну что ж, мы поставим еще один большой. Надо, кстати, открыть подземный склад. Серьезно? Я что-то не обращал внимания. О, так это ж меняет. А на воде его нельзя поставить? Ваш подземный склад. Нет, нельзя. Я уже даже нашел для него место. Для вашего подземного склада. И сколько он будет у нас там? Вместимость очень хорошая, а постройки, построечный материал, 40 шестеренок надо. Шестеренок, аж целых 40. Понятно. Тогда, значит, перейдем на большой склад. Ты как разверни его вот сюда, да. Лицом, как говорится, сюда. Блин, что-то здесь не так. Надо вот этот вот теремочек убрать куда-нибудь. Подальше. Куда-нибудь подальше. Вот здесь поставить? Нет, вот тут поставить можно. Ближе к складу будет. Хотя нифига не ближе. Ну ладно, короче. Иди в баню. А мы здесь поставим другой склад. Вот здесь. Или вот здесь. Во. А сюда еще бочку воды воткнем. Если получится. Нет. Почему нет? Все получится. Если долго мучиться, что-нибудь да получится. Развернись вот так. Во! Идеально. На это можно и приоритет поставить. Пускай делают, но там же ягодки поспели. Что у нас по рабочим? Давай все занимаем те места рабочие. Вперед. Нам нужны лапы, которые будут все собирать, таскать, носить, строить и все такое прочее. Кстати, я смотрю, что, наверное, бобры эти все-таки не справляются. Вдвоем. Друзья, а как далеко они охватывают? Ну, не так уж, чтобы уж далеко. Охватывают, конечно, но... Но. Есть. Я, в принципе, могу вот здесь вот дорогу проделать, аж вот сюда, и поставить где-нибудь... Правда, здесь высокие надо. Ну, у нас с этим проблем нет. Двойная платформа, пожалуйста. Ну, здесь вот ставим. Да, конечно, придется материалов забабахать туда. Будь здоров, но оно того стоит. Вот так вот. Вот так вот. Во, и здесь поставим две бобриные. Хотя, наверное, даже надо сделать еще вот так вот. Вот так вот они здесь будут стоять, две бобриные хатки, которые будут собирать бревна. Так, ну и дорогу, само собой, надо сюда протащить. Что там, а, со сохранения, блин. Мозги компенсируют мне. Так, ну здесь уже стандартные пойдут. Ничего не будем делать вот так вот. Заполним пространство и дорогу. Ой, наполеоновские планы, блин. А что ты отменил? Давай, вы стройте, стройте. И как раз они будут охватывать всю эту территорию полностью. Даже еще и с запасом. Потому что они явно вдвоем не справляются. Явно.
Тут даже никто ничего не это. О! Мама-мама! Отдыхают. Вот они. Ой, сейчас. О, сидят они, конечно, как-то странно, если честно говоря. Почему-то хвост у них не сзади находится, а спереди. Они на нем буквально, можно так сказать, сидят. Не знаю. Как так? Ну вот как-то так. Так, я художник, я так вижу, разработчик. Ты работаешь? Вот, молодец. Работай. Что у нас по воде? 233 воды. Засуха уже у нас идет, да? Нет. А, он еще 4 дня до засухи, нормально. Пока справляемся. А нет, 4 дня как раз не до засухи, а до наступления, когда, в смысле, когда вода появится. Может быть, нам еще рабочих поставить? Тут-то все это надо. Рабочих можно воткнуть где-то. Где-то вот здесь можно поставить. Хатка сколько занимает? Стандартная. Так что, в принципе, я могу еще здесь поставить. Что там на вас надо, кстати, платформа? Не так много. Так, и где там ваши рабочие? Так, не это. Не то. Бумажный завод нужен, конечно, но не сейчас. Так, лесопилка, нет, мне нужны строители. Не здесь. Тоже не здесь. А где ж вы? Здесь? Здесь? Может быть, здесь? Погрузочный пост? А, вот он. Только вход вот здесь. Во! Идеально. Идеально, да. Ну тогда здесь еще и построим. Мне нужно открыть вот эту водяную ферму. Во. Насколько она маленькая, узенькая. Маленькая, узенькая. Даже вот здесь ее можем поставить. Еще надо. Еще платформы нужны. Не уверен, что угадал с размером. Скорее всего, что не угадал. Мало. Маловато будет. Так, еще. Где там? Вот он. Ага. И еще надо вход. Иначе бобрики войти не смогут. Вот, ну и дорогу, само собой. Ой. Все. Ну, а тут мы засеем, конечно же, культурами, которые растут в воде. Кувшинки посадим. Вот. А остальное вот этим засеем. Ну вот. Как-то так. А вы работайте, бобрики. Это уже доски начали носить или это просто так? Просто так. Так, а здесь кто-то что-то делает или никто ничего не делает? Так, доски сюда притащили. Остались дело за малым, за бревнами, которых нет. У нас дефицит. Бревновый дефицит. Я бы так сказал. Ну, будем ждать. Так, а рабочие сюда не охватывают эту зону. Ага. Видать, то здесь из-за отсутствия дороги вот этот вот участок леса не обслуживается. Ну да, ничего. Дорога-то мы можем провести. Нам ничего для этого не надо. Ну, блин. Так, а теперь смотрим. По-моему, уже прибежал разбобер. Да. Ну, на максимальный... Ага, все-таки вот еще кусочек. Кусочек не обслуживается. Прям совсем чуть-чуть. Ну да, ничего. У нас и здесь дорожка может быть. Вот так вот.
А теперь что скажешь? Не обслуживается. А почему? Потому что ты балбес. Вот почему. Ага. Потому что надо было вот так вот сделать. А теперь. Во, теперь вся территория, даже его аж куда. Кстати, можно было здесь поставить бобров, пускай бы жрали бы древесинку, между прочим. А что нам, как говорится, это мешает сделать? А ничего. Во. И склад здесь я даже мог бы поставить деревянненькой для бревен. Во. Где-нибудь вот здесь вот. Прям все рядышком. Вперед, ребятки. Тундурдун, тундурдун. Так, стоп, 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 стоп. Вот это, я думаю, максимальный приоритет. И вот это. Не-не-не, ну да. Так, воды, вода улетает просто, я смотрю. Правда, она подкапливается, но в минус мы уходим. Сколько дней? 1,3 дня. Ну, будем надеяться, что продержимся. Будем надеяться, что продержимся. Что у нас? У нас уже 60 бобров. Идти же, пассатижи. А что у нас с желудями? Кто-то собирает тут? Или тут уже... А. Он один справляется с таким количеством. Ну, практически вот одно сейчас соберет. Им больше делать нечего будет. Пока вода не пойдет. Ну да ладно. Ну да ладно. Воду качает. Вода у нас есть. Все еще в проекте. Все постепенно строится. О, да тут уже у них пати. Сверху на хате. Бобры хорошо уже себе тут чувствуют. Ну, поближе, поближе подойдем. Ой, не так близко. Так. Скорость поменьше. А то я не успеваю ничего. Бобры очень быстро приходят. Он даже еще и лапки вверх поднял, не только. Ишь ты. А напитки вам тут прохладительные не разносят случайно? Так, поехали. Воды 155. Ну, вода сейчас пойдет, так что ничего страшного. Хотя, что значит ничего страшного? У нас не хватает забора воды. Ничего страшного. И засуха тут совсем ни при чем. Насосы-то уже не справляются. Так, у нас что-то есть вот здесь вот водоотводчик. Что он делает? Избавляется от воды. В смысле, избавляется от воды. Осушает, что ли, что-то? А это что? Механический насос. 700 лошадиных сил. Этих вот, короче, электричество ему надо. Энергии. Надо ставить еще одну бочку. А чтобы поставить еще одну бочку, нам надо здесь строиться. И вот это уже нужен приоритет на это максимальный. Наверное, вот так вот. Да, вот это, в принципе, можно и убрать. Это лишний расход стройматериалов нам не нужен. Возможно, я бы еще один построил бы. Оп, они выкачали всю воду. А вот как раз прямо идеальная. Вода такой хлоп, и новенькая налилась. Отлично. Так, сюда автосохранение прошло. О, нифига, тут уже пошло дело. А чё бобра нету, говоришь? В радиусе... А, ну подожди, я тебе просто... Да. Сейчас мы тебе сделаем, чем ты будешь заниматься. Подожди, не спеши. Будет у тебя работа. И дофига у тебя будет работа. Во. Вперед. Оп. Это, по-моему... Ладно, пускай срежет. Где там? Ой. Отключил. На вот. Работать ему, видишь ли, нечем. И негде. Так, пенечки. Пенечки надо убирать, иначе новое дерево не вырастет.
Как ни странно, но это факт. Так, вот еще есть пенечки, еще пенечки есть. Маленькое деревце растет. Вроде пенечков больше не видно. Так, шестерни производим. Да, пошел процесс производства. Сколько? 60%. Ну, 60% нормально. Приемлемо. Ой, бобрик пошел работать. Давай, сейчас будет бревна. Отлично. Стройка должна сейчас пойти нормально. Завод по производству бревен. Ага, тут тоже все хорошо. 100% мощность. Бобер хорошо работает, режет доски. Бочки с водой сделались. Тоже замечательно. Тут еще долго. Насос нужен прям вот. Прям уже, прям сегодня надо. У меня даже склад здесь забабахали. И сюда уже даже бревна натаскали. Практически уже, можно так сказать, все сделали. О, о, побежали. Все, склад готов, это есть. Здесь нечем заняться. Будьте чем заняться. Что мы сейчас будем тут жарить? Так, жареный картофель отсутствует как таковой. Жареный каштан. Вот каштанчики жарь. Вперед взял каштан да понес. Вода. Вижу, капелька воды появилась. Так, мне надо как-то так выставить. Приоритет, потому что это все фигня. У нас кончается вода. Так, давайте я пока отменю. Не страшно это. Вот, а тебя на максимум. Максимум. Вы работайте, работайте. Не смотрите на меня. Я тут вам планирую, а вы... Насосик еще поставьте, пожалуйста, один. Надо срочно, потому что я смотрю, капельки воды уже, это плохо. Бобров слишком много стало. Логистика не справляется. Да, это не шутки без воды. Это вам не шутки. Не шутки. Так, а что ты здесь у нас ничего не посажено? В смысле, пропустил? Даже вот так пускай будет. Ой-ой-ой-ой-ой, вода. Ну, значит, поголовье уменьшится. Уже прям пить хотят все. Давно надо было насосы делать. Давно. Так, поехали сюда. Пускай работает. Давай чуть поменьше, чтобы мне было время. Им разметить тут все. Сколько? 4 штуки достаточно, да? По-моему, сейчас посмотрим. Еще один насос, да. 4 штуки достаточно. Давай еще 4. 5. Опять я забываю им дать максимальный приоритет. Срочно. Уже прям вчера надо было это сделать. Но кто-то не поставил задачу. Не предвидел, точнее говоря, этого. Не будем показывать пальцами. Давайте, давайте, ребятки, давайте. Ваша жизнь от этого зависит. И вода. Тоже на максималочку. Все вроде бы. Ускоряемся. Насосы 4 работают беспрерывно, но всем воды все равно не хватает. Надо больше, больше воды. Я думаю, даже вот здесь вот еще сделаю то же самое. Тут как раз вот есть место свободное. Максималочка. Так, и сам насосик. Так, дорогу придется пожертвовать, да? Придется пожертвовать немножко урожаем одним кубиком. Не-не-не, вот это вот.
Вот это вот. Так и дорожка. Максималочка. Во. Думаю, пока этого будет достаточно. Что у нас по доскам? Две доски, елки-палки. Производство досок хромает, потому что всего лишь только один бобрик трудится, производит доски. А значит, надо делать еще один завод. Такой же самый. И где-нибудь вот здесь. Дорога-то здесь есть? Есть. Ой. Так, значит, завод. Бревна. Разворачивай. Есть контакт. И колесо на бобриной тяге. Во. Ну хоть что-то сделано. Блин. Ну воды вообще ноль. Ноль единиц и много хотят пить. Энергетический кризис. Что у тебя не так? Для работы постройки нужна энергия. Ну я знаю. А где бобер, который крутит колесо? Вот он. Пришел на работу. В чем проблема? Пилим. Или у вас дров нету? Ну, тут вот как бы все собирается. Ты пить хочешь? Блин. Беги, пей. Так, ну они тут бочки строят, но у нас... Бочки-то хорошо. Так вот, некому их заполнять. Эти бочки. О-о-о. На, нормально. Сейчас будет... О-о-о. Накапливается водичка. Это хорошо. Есть, отлично. Давай, бобрик, занимай. Есть кто-то? Есть. Сейчас он прибежит. Начнет качать воду. Во, красавчик. Сейчас вода начнет копиться. Может быть, немножко здесь дерево поставить, пускай подъедят. Допустим. Допустим, вот это вот. Вот это вот деревце. Потом вот это вот деревце. Какой-нибудь... Из вот этих вот деревьев можно забрать. Из вот этих вот. Вот тебя можно тоже забрать. И тебя. И вот тебя. Пока что так. Пока что так будет. Давай, каждое бревно важно. Это мы трогать не будем, это наш источник пищи. Но сюда надо поставить. У нас, по идее, что там? Ну, по идее, не все так плохо. Не все так плохо. Надо, значит, поставить сюда еще один сборочный пункт для ягод. Для, точнее, каштанов этих. Еще одно рабочее место должно быть. Но пока не спеху, но... Так, отлично, бочечка работает. Тут, не знаю, строить, не строить, не вижу. Завод по производству бревен, само собой, никак. Тут нужны бревна, но у нас пока нету. О, пьют, отлично, это хорошо. Да, уж вот это я прям по-серьезному взялся. Мегаполис им строить. Ой, а тут у них уже переселение, перенаселение пошло, да? Да, уже повырастали, жить им больше негде. Да не храпите вы там. Так сильно. Так, а нам нужен этот вот. Ай, блин, нам много чего надо, но у меня ни на что не хватает. Тут надо шестерня, надо много шестеренок, чтобы делать муку, производить. Так, ну смотрю, запас какой-никакой, но есть. И даже в плюс уходит, это хорошо. Сейчас они еще здесь построят. О, красавчики, есть кто-то? Есть, вперед. Во, сейчас еще больше воды станет.
Это не может не радовать. Тем более здесь еще вот сейчас будет еще одна вода. Блин, они за один сезон всю воду высосут. Я имею в виду, когда засуха пойдет. Бобров слишком много. 70. Ну как бы вроде бы немного 70, но явно что много. Так, тут прям все уже построили. И все практически уже уничтожили. Ой, пенечки. Не забываем про пенечки. Ага, вот пенечек, вот пенечек. Вот пенечек. А вот еще пенечек прячется. Так, тут вроде отмеченный. Ага, вот пропустил. Так, так, вот еще один пропустил. 5 автосейф нет. Вроде бы. Ладно. Вода качается, вода копится. Да-да-да, в плюс идет, отлично. Это не может ни разу. Так, 6 шестерней, 5 уже. Ну да, они носят, походу, куда-то там, где надо производство, там, где шестеренки нужны. Да, вот здесь как раз шестеренки нужны. А вот куда все доски ушли, ё-моё. Но зато у нас будет огромнейший склад, что не может не радовать. Так, пока никаких построек я больше не буду ставить, потому что ну куда это? Они, блин, в жизни это все не построят. Не хватает рук, времени и стройматериалов. Почему-то что-то мне кажется, что вот это вот вообще никак не собирается. А мне-то не кажется. Она отрезана от... А почему? Дорога же там есть, есть. Может быть, вот это решит проблему? Перекроет это. Может быть, да, может быть и нет. Так, на один бобер меньше, видать, от старости. Кто-то умер, еще два ребенка. Ну ничего. Пока так, я не могу обеспечить им столько еды и воды пока что. Слишком много. Здесь можно, кстати, картофель посеять. Ребятки, вы это, не прохлаждайтесь пока. Картофель будем потом печеный делать. Как вы далеко достаете? Ой, так вы далеко достаете. Вдоль дороги и посадим картофель. Я бы еще даже здесь посадил вот пару рядочков. Вот так вот. Вот, и тут прям хорошо все. Картофель должен расти. Ничего не знаю. Так, бобрики. Ну, смотри, бревна чуть-чуть начали копиться. Ух, какая толпа. Мегаполис, блин, ё-моё. О, начали строить, отлично. Видать, сюда очередь добралась. До постройки. Четырнадцать, еще много. И долго еще это все будет продолжаться. Но бревна носятся. По мере поступления бревна они носятся. Так, тут все. Тут у нас все. Тут у нас будет дальше строительная зона развиваться. Теперь мне нужен сварганить завод по производству бумаги. Мы можем уже производство динамита открыть. А у нас очков, в принципе, много. Но не так много. 400, 600, вернее. Пускай копится. Хотя, в принципе, давай-ка. Завод тоже нужен будет. Тройные шлюзы. Нам надо бы, конечно, построить дамбу, но мы уменьшим внутреннее пространство. Либо воды внутреннее пространство, но увеличим ее по высоте. Ну, это ладно, потом. Займемся терраформированием, построим плотину. Мы можем вот на этот уровень выйти, двойную плотину поставить по всему периоду. У нас запаса воды будет очень много. Правда, тут есть нюансы. Ага. Мост надо выше делать.
Ладно, потом что-то придумаем. Бобрики, вперед, вперед, вперед. Даже скорости не хватает. Я бы еще даже еще одну скорость, но ее нет. Ну что тут? О, ферму сделали. Охватывает? Отлично. Сейчас они уберут этот урожай. Все, проблема с этим решилась. Картошечку садят. Уже посадили. Тоже замечательно. Картошка пускай копится. Три картошки всего лишь есть. Ну да, они собрали здесь урожай. Как раз там три кустика и было. Так, ну это все в процессе. Все в процессе. Насос уже. О, да, у нас уже воды должно быть с большим запасом. Бери хоть здесь еще, поставь, чтобы бревна выращивали. В принципе, мы пока здесь это никак не используем. Ну ладно. Сейчас они потихоньку все будут делать. Не спешим. Все, да, ты уже все съел. Все, мы тебя ликвидируем. Тебе заняться здесь уже нечем. Пока что. Этот справляется? Ну, справляется. Один справляется. Мы тут деревья эти трогать не будем. Пускай растут. В принципе. Они нам будут давать естественные желуди. А что это здесь? А, переполненный домик, да? Негде жить, ну, ничего не поделаешь. Пока ничего не поделаешь. Я больше пока развивать не буду. У нас дефицит с едой, я вижу, какой-то образовался. Точнее говоря, не упал. Упало ягодок наполовину почти. Уже молчу за другое. За картошку, за подсолнух. О, бревна слаживаются. Это хорошо. А здесь почему-то ничего не... Ага. Да. Тогда, значит, нам надо все-таки приоритет бабахнуть вот сюда. На построечку. Производство досок отстает от вообще от всего. Сколько шестеренок уже тут? 18 из 40. Да, круто. Уж очень глубокий этот, наверное, склад. Если бы можно было сверху на него ставить еще другой склад. Сверху наружный, под ним подземный. Было бы вообще... О, пшеницу начали собирать. Ну, пшеница у нас, кстати, копится. Пшено, точнее говоря. Вот еще незадействованный есть хлам. Туда еще добраться надо. Как-то. А вот здесь вот можно лестницу наверх. Че пугаешь меня, блин? Тик-так. Как-то так. Хотя нет. Брать. Где-то здесь и дорога. Здесь еще пару бочек можно поставить, между прочим. Чтобы было куда с это... Воду. Где было хранить воду. Конечно, можно огромную бочку, но там столько шестеренок надо. Ой-ой-ой. Я уже смотрел. Где она? Вот она. 26 дней. Ну, конечно, не так много, как на склад. Но пока... Пока с этим справляемся. Запасы воды появились уже хорошо. Еще вот тут, ну, тут деревья как раз пойдут. На вырубку. Почему-то здесь вот, ну, никак. Возможно, основная сюда, да, просто не достает. Потому что здесь чего? Нет дороги. Давай дорогу, что ли, проведем. А теперь... Что скажешь? Пожалуйста. Все. Все есть.
склад. Что здесь у нас? Досок дохренён, надо досок просто. Ну, производство шестерни все-таки идет. Я даже не знаю, что они сейчас строят. Ага, вот, так завод они уже сделали, и отлично, еще вот это надо. Одного бревнышка, ребят. О, молодец, давай. О, понял, просто нет дороги, это не проблема. Все, производство досок налажено. Здесь, кстати, не хватает склада для бревен. Потому что бегать за каждым бревном черти куда, это как-то, как минимум, нелогично. Вообще ни разу. Насколько он большой, этот склад для бревен? Очень большой, как и это, да? Так плохо и так плохо. Можем вот так сделать. А нет. Так мы не сделаем никак. Ладно, тогда по-другому сделаем. Ставим здесь склад. Вот и дорога к нему. Но приоритета ставить никакого не буду. Пускай сами делают. Пускай будет естественный приоритет. Ой, как это все. Много-много задач я им наделал. Картошку поспела. Кстати, вот еще есть пеньки, которые не указаны для срезания. Так, еще вот. Уж рано или поздно их кто-нибудь уберет, возможно. А дерево там вырасти не может, потому что там пенек находится. Даже вот это еще не построили. Я никакого приоритета не ставил. Вообще. Так, две доски есть. Ну ничего, сейчас производство пойдет досок. Сейчас будет все хорошо. Склад надо поставить на максимум. Чтобы сюда подтаскивали бревна. Тут ничего не надо. Просто прийти его и оформить. Опа. У нас засуха случилась. 6-8 дней. Ой-ой-ой. А выдержим ли мы столько? Что это, говоришь? Дороги сюда нету. А вот так, если? О, еще склад. Большой. И этот склад. Ну все, нормально. Занимайтесь, ребятки. Собирайте картошечку. Жареные каштаны делайте. Морковка кончилась как таковая. Вообще вся прям. Тут все кипит. Так, кстати, бобрика немножко какая-то нелогичная дорога. Я вот заметил только что, я просто как-то об этом не подумал. Ага, ну я вообще-то могу здесь что-то построить, да? Например, две коптилки. Ну ладно. Вот так пускай будет. Одна будет картошечку делать жареную, другая будет... Давай коптилочку поставим. И да, что-то можно еще было бы сюда влепить, но нечего. Ладно. Свободный участочек пускай будет. Опять же, приоритет ставить никакой не буду. Это все пока не к спеху. Пока кризиса с едой нету, будет все хорошо. Где-то нам надо поставить молотилку для зерна, кстати говоря. А на бобриной тяге? Нет, на мельнице. Поставим мельницу маленькую. И как раз одной мельницы достаточно будет, чтобы... А что, вы уже построили, что ли? Нет. Это просто проект. О, пшеничка. Они пшеницу сами по себе не едят. А она забивает склады. Это не есть хорошо. Приоритет, пожалуй, надо. Все-таки.
Сколько на склад? Ой, до хрена еще. Производство шестерней отстает от намеченного плана. Печеный картофель. Вообще-то 56 картошек не так много. А ягоды просто... У нас, кстати, еда, все. Привет. Называется. 80 бобров и все. По-моему, максимальное уже количество. Ух, как... С какой скоростью они. Так, ну носит, носит. Этот берет. Ну вот, кстати, им ближе ходить, чем можно вот так вот. Увеличивается скорость производства. Логистика. Во. Они уже начали строить мосты. Да, я как раз в этом порядке отсюда и начал, так они начали расти. А потом аж... О-о-о. Короче, ладно. Серьезно, заполнилась водичка? Но я не могу этому не порадоваться. Так. Производство бревен, дорожка. Ну, пока сюда вот. Вот, а здесь поставим, давай-ка, бревна. Сгрызатель бревен, иди сюда. И это вот максимум. И ставим ему приоритет, пускай грызет. Все подряд. Ну как все подряд, можно просто так выделить. Проще так, и так быстрее, короче. Это все равно ни на что не влияет. Надо, кстати, убрать вот это вот, которое я здесь поле зеленое сделал, оно уже не актуально. Тут надо. Тут, кстати, тоже надо его убрать, потому что здесь уже деревьев нет как таковых. Просчеты, возможно, ведутся какие-то, поэтому на лучше их убрать. Вот так вот. У этих пеньков просто нет приоритетов, поэтому их никто и не сгрыз. Надо их убрать отсюда. Тем более, эта задача висит уже не одно, даже не один день, а не одно видео уже висит. Задача. Ну вот. И шикарно. Итого. Уже прям ерунда стало. 6 шестеренок. Производство идет. Возможно, к вечеру, к завтрашнему, у нас уже будет готовый склад. Так, по воде что? Вода улетает, просто улетает. Бобер есть рабочий? Есть. Красавчик, он даже начал грызть. Гризли. Так, ну я вижу, что бочку воды вот здесь вот можно воткнуть, в принципе. Здесь не получится сделать это динамитом. Ну, динамита пока нет. Терраформирование мы никак не можем сделать еще. Так. Итак. Хотя бочки остальные... Так, ну надо еще, наверное, придумать где-то добычу воды. О, все. Насосы встали, выкачали всю воду. Вот это хреново. Я вам так скажу. Еще 2 дня. О, все. Будет мор бобриный. Стопудово. Сейчас они за один день выпьют почти всю воду. Ну, значит, освободятся места жилые. И лишь бы хоть кто-то выжил. Нам нужно, чтобы фермеры выжили обязательно. Потому что у нас еды, ну, в принципе, пока есть. Чем меньше будет становиться, тем больше еды будет оставаться. Как бы это ни звучало, но так это и есть. 2 шестереночки. И мы запустим. А что-то не собираете здесь вот это вот? А, они туда тоже не достают. Да что...
же ж такое-то, а? Они как раз туда и не достают. Из-за вот этих вот построек прямого пути нету. Большая дорога, из-за этого вот это и все и происходит. Ерундень. Ну что, кто-нибудь несет нам шестеренки сюда или нет? А еще одну, пожалуйста, доставьте. Ну, одну, вот, нет. Не успели сделать или некому уже делать? У нас нет ни одной шестеренки, никто уже не работает. Ну, а что такое? А он ушел спать. Понятно, значит завтра. Сколько еще? Один день продержаться надо воды? Нет. Уже нет воды. Короче, эти насосы, как показывает практика, неэффективны. Блинский, блин. Дамбу делать. Ладно, дамбой потом займемся. Я думаю, половина выдохнет. И у нас проблема водоснабжения решится само собой отсутствием ртов, которые ее пьют. Хотя еще 7 часов осталось, может быть, протянут. 6 часов. Так, так умирает от старости. Ну ладно. Родился бобер, пока никакой серьезной проблемы нет. Так, сколько? 4 часа. Короче, утром завтра уже пойдет вода. Ночью еще. Ну, бери. Те уже не уберут. Подсолнух весь засохнет. Все, ой, все почти хотят пить. Это катастрофа. Вода даже если и пойдет, а качать-то ночью ее никто не качает. Вода отсюда идет. С конца мира. Как далеко вообще можно уехать? Далеко можно уехать. Водичка пошла. Водичка пошла, и это не может не радовать. Но бобры мрут, да? Умирает от жажды, умирает от жажды. Умирает от жажды. Плохо, что я могу сказать? Ничего не могу сказать. Ни деревья сейчас не растут, ни урожай. Давайте, 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 вода, вода, быстрее. Я думал, они побежали пить, но нет. Давай, качай, 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 воду, 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 воду. О, хоть десяток человек уже попило, уже хорошо. Бобров, то есть. Да серьезно ты? Сейчас еще больше умрет. Умирает, умирает, умирает. Ой, поголовье сокращается. Больше, почти сутки вода течет сюда, елки зеленые. Ну давайте, ребята, бегите, качайте воду. Хоть пару человек качайте. Остальные попьют. Все, кажись, большая часть уже спаслось. Замечательно, даже вода стала появляться. Да, сократилась, очень сильно сократилась. Ничего не скажешь. О, и склад. И склад построился. Есть кому работать? Нет, рабочих рук больше нет. Так, бобров уменьшаем. Какие-то производства придется закрыть сейчас. Например, вот это вот закрыть. Производство шестеренок пока на паузу поставить. Одна шестеренка пускай делается. Так, а тут уже все прям построили. Ты смотри, молодцы. Огурцы. Ну ничего, сейчас пойдут. Вон 12 детей будет отлично. Уже, точнее говоря, они есть. Кому там в радиусе некому заняться? А. Мы тебя вообще удаляем отсюда.
Так, один фермер работает. На складах не требуется. Что у нас здесь, доски делаются? Нет, все еще нет. -2. Работаешь? Нет, здесь тоже 2 ставим. Даже одного можно пока оставить. Ты посмотри, все равно нет. Так, лесник. Ты пока тут ничего не делаешь. Пока идешь на паузу. Здесь что? Пока тоже идешь на паузу. Здесь никого нету. Ну ладно. А здесь тоже на паузу идешь. Мне надо доски. Да елки-палки. Где же еще кто задействован? Тут что-то делается. Делается. Здесь обязательно нужен человек. Так, здесь вот. Тогда на паузу идешь. Бобриная хатка. Ну что, появился здесь кто-то? А, отлично. Делаем доски. Пока идут. Пока суть до дела, нам нужны. А строители потихоньку там будут как-то строить. Здесь я, наверное, построю производство бумаги. Все-таки территория не занята и вообще безжизненная, так сказать. Так, ну уже почти час, да? Да, пора завязывать. Ну что ж. Вот так вот мы пережили засуху. Кто смог, тот и пережил. Ну, тут ничего не поделаешь. Ну что ж, на этом мы заканчиваем серию. Вот, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.